Вы можете просто лить ройл в свой автомобиль, если он вам нравится. А можете зарабатывать от того, что ройл льют другие. Те, которым он нравится так же, как и вам. Я, допустим, в продукте уверен, и продать его мне не составляет труда. Те из вас, кто со мной общался, наверное, успели это заметить. Но я в продаже, сломя голову, не бросаю. Самая изюминка начинается с того, как вы начинаете создавать сеть потребителей, которые довольны потребителей, которые также пользуются этой продукцией, которым он нравится так же, как и вам. И даже когда вы его не продаете, а они это делают самостоятельно, приобретают, вы можете получать 10, 15, 20% вознаграждения со всего оборота. Кто умеет считать или уже связан с такой деятельностью, те примерно представляют, что такое 20%. А для того, чтобы выйти на такие бонусы, куда это не составляет, для них, для этого предусмотрена специальная программа, так называемая быстрого старта. Что это такое? Когда вы обращаетесь за заказом, вы обычно заказываете один или два комплекта, в зависимости от машины, на легковой один машин, даже три. А если заказать, точнее не заказать, а от 6 комплектов уже начинаются бонусы в 10%. 6 комплектов в месяц, не за один раз, а в течение целого месяца. Если вы в своих оборотах уверены, то таким людям я сразу предлагаю старт на 15-20%. Я готов рассказать индивидуально. Ну, как правило, это подходит, там, если у вас, допустим, сервис небольшой, гоночная мастерская или автотранспортное предприятие. Таким образом, можно... Подойди сюда, Марина, Дима, машина. Можно выстроить свою бизнес-систему и от учебы или от работы заниматься своим делом. Я лично в свое время свободно решил посвящать детским тренировкам, занятиям спортом. Сейчас у нас каникулы начались, сейчас мы машину подогреваем и поедем тренироваться. Замечательно.